Дептоус, перевал Тывашу. 127 километр гочку шукалды. Утром на 127 километре трассы Бишкек-Ош сошла снежная лавина, накрыв около 40-50 метров дороги. На место оперативно прибыли сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия номер 9. С помощью спецтехники, двух автогрейдеров и двух погрузчиков они быстро расчистили трассу, обеспечив свободный проезд для автомашин. Көчкүнүн көлөмү бийиктиги 2 метр. Узундугу 40 метрдей бар. Пострадавших от лавины нет. В настоящее время на посту Сосновка трассы Бишкек-Ош усилен контроль за всеми видами транспорта. Проверяют техническое состояние автомобилей и шины, чтобы предотвратить образование пробок на перевале. В связи с гололедицей на трассе Бишкек-Ош для предотвращения аварий, несчастных случаев и заторов на пропускном пункте Арал введено временное ограничение на проезд всех видов грузовых автомобилей. По прогнозам, со следующей недели ожидается понижение температуры и снегопады. МЧС призывает водителей к повышенной ответственности и напоминает о необходимости соблюдать дистанцию 500 метров на перевальных участках дороги, а также иметь цепи противоскольжения. Эрлан Дуншалиев, Адилет Эшкожо, Алатау 24.